Вот, сегодня у нас 8 декабря. Мы с Василием Лапкиным пришли вот здесь. Видать, нет у него Барнаул. Он в Барнауле находится. Это мы на Оби, на мосту. О как! Большая река. Очень большая. Вот как она. Ну, сегодня тут туман, мороз, руки мерзнут. Небольшой ролик хотел бы сделать. Это на этой стороне, как видно. Вот как. Солнце тут светит. Ну, видите, дымка. Дымка. А вон там дальше-то, видать, монастырь Знаменский. Так, я не знаю, где монастырь-то показать. Вот он, то, наверное, монастырь. Вот он. Ну вот все. А ну, давайте как? Я вас тоже засниму. Ты первый день, на. Маленько сними. Ага. Скажу, держи крепче. Там все уже готово. Руки застыли. Но сегодня мороз небольшой. Это градусов может быть 15, 17, ну 20 даже нет. Но тут ветер дует, верхотура называется. Вот на память оставить. Мы обычно приходим, когда лед трогается. В самый момент, когда лед трогается, ни разу не мог. А в прошлом году был здесь, и какой-то журналист меня увидел, и давай скорее интервью мне дайте. И когда я ему говорил на камеру, он повернулся к Оби, и в это время лед треснул, и пошел лед. Мы это все засняли. Интересно так. Вот люди селятся около Оби, вот там на берегу, то ладно, а которые внизу, тут заливы, затон называется. Ну вот люди, все заливает. Она сильно разливается. А вон кто-то идет по льду, пошел. Да, вон люди по льду идут. Еще с ребенком на санках везет. Ребенка? Да, на санках. Или это что-то какие-то вещи на санках? Ну ладно. Вот как интересно. Такой огромный мост, это во многие-многие миллионы обошлось. Но он нужен, соединяет здесь с Новосибирском Барнаул в этом направлении. Мы когда в миссионерской поездке были, каждый раз туда едем за ними и обратно. Домой радостно. А мы, наш дом тут Ползунова, вот за этими домами, там совсем рядом улица Ползунова. За вот этими тремя зданиями? Да, за три больших дома-то все. Ну все, наверное, больше застыло, там нельзя больше никак. Это сегодня мы пришли туда. Посмотрите, Барнаул правее, там какой-то как будто бы стиль, Италия. Да, какая-то часовенка или это что? Это выставка достижения народного хозяйства. И теперь решили там строить храм. И все снимают, и там кладбище было. Жуткое дело. Гробы, там это гробницы, шинели разные, все это, кости. Зачем это место, пока не понятно. Ну все, там видишь, какой обрыв-то идет. Ну а тут-то получше. Все. Широкое здесь, двустороннее движение, трех, сколько здесь? Три полосы. Три, да? Да, три. Три сюда и три обратно. То есть серьезный мост. Ну, во славу Божию. Спасибо.